Так, друзья мои, наступил очередной день. Мы сейчас находимся в городе Зальцбург. Только что у нас здесь была ночевка. Покинули одного хорошего очень человека, который нас у себя приютил. Вот вчера нас ночью подобрал, встретил. В этом городе показал нам город. Я вам это все тоже поснимал, вот насколько можно было. Вот одним словом, такая вот здесь жизнь проходит. Поэтому... Отписывайтесь на канал. Да-да, поэтому отписывайтесь от канала. О, тепло, да, уже утром? Да-да-да, очень хорошо, тепло. А все почему? Потому что почел с нами. Да. А где машина наша? Так, где конь? Конь где-то? Смотри, какие горы, какая красота, друзья. Смотрите, утро в Зальцбурге. Вот мы буквально 10 минут назад встали, резко оделись, попрощались с человеком, который нас очень хорошо вчера приютил, встретил, вот докормил, напоил. И сейчас будем двигаться дальше. Все? Да. Вот такой вот чудесный мир. Видишь, едешь. Вот до вчерашнего дня человека не знал. Да? А благодаря вот ситуации, благодаря жизни, благодаря тому, что двигаешься, раз и узнал хорошего человека. Пачанга рулит. Да, пачанга рулит, да. Как у тебя сегодня утром настроение, Аслан? Короче, когда мы встали в 5 утра, да. Было не очень. Так. Я смотрю, я даже смотрел, ты там ролик уже выложил первый. Ты, да. Ты активно работаешь, активно. Да. Так, творческий, я смотрю, творческий кризис у тебя все-таки пропал уже, все. Чуть-чуть. А? Чуть-чуть пропал. Угу. А вот сейчас уже лечь. Сейчас я даже готов уехать на Франк на Майне с вами. Угу. Готов, но... Меня мучают, терзают смутные сомнения, да? Когда нету каких-то документов, в Германию ехать, право. Мне ждет, право. Германия это очень такая страна, да. Да, мешает, что я не могу ехать. Не шутят там, да. Поэтому, как бы, это, вчера покатались по Германии, ну, пронесло, а где, сегодня не факт, что я приеду, и мне скажут, братан, вот ты что делаешь? А ну, поехали. Ты кто такой? Да, еще будут, арестуют меня, Австрию отправят меня потом, скажут, я езжайте на родину. Далеко отправят, на родину, в Австрию отправят. Вот так, такая вот жизнь у нас, друзья. Но. Так. Но. Мы турне сделаем по Австрии, потом подумаем, что по Чангу все по Чангу обсудим, и выставим план и сделаем против плана все, поедем в Италию. Все наоборот сделаем, все по-другому. Без видосы, я думаю, с Италии и Франции вас ждут. Да. С Ниццы, Каннами. Но еще ждут видосы, которые ты здесь, ты же камеру вчера не клал вообще ни на секунду, или как? Нет. Были моменты, когда ты успевал что-то там еще отвечать? Сейчас я видео выложу свое, которое мы в Австрии делали еще. У меня еще два сейчас там. В Австрии, потом в Германии, да? Ну, в общем, где мы были, все движухи, положухи у нас идут. Отлично. Тогда заводи нашу балалайку и полный вперед. Так, друзья, ну что, такое утро. С добрым утром вас всех тоже. С чудесным настроением, с хорошими надеждами, с хорошими желаниями, чтобы у вас было добро. Был мир, да. Вот, пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Находимся на родине Моцарта в городе Зальцбург.